без опознавательных знаков. Инспекторы ГИБДД в Твери при скрытом патрулировании ловили нарушителей дорожного движения среди водителей маршруток. Наша съемочная группа приняла участие в рейде. Подробности у Натальи Чекит. На гражданском автомобиле инспекторы сопровождают автобус по маршруту следования и фиксируют все нарушения, которые допустил водитель. На конечной остановке сотрудники ГИБДД останавливают автобус и наказывают по всей строгости закона. За данным маршрутным такси сотрудники скрытого патруля начали следить с улицы Горького. Инспектор передавал данные своему напарнику. Так водитель не включил поворотник на полосу при перестроении, создавая опасную дорожную обстановку. Поворотник, улица Горького. 86-03. На конечной остановке маршрута 223, это деревня Черногубова Калининского района, инспекторы проверили у водителя наличие тахографа, устройство, контролирующего режим работы водителя. В отличие от курсирующих по городу маршруток, такие устройства должен иметь весь пассажирский автотранспорт, выезжающий за пределы Твери. Однако у водителя его не оказалось. Как пояснил сам виновник, он отдал его в сервис. Заблокировали что? Я пин-код неправильно, отмечка неправильно. А вы в курсе, что запрещено у нас без карты водителя управлять? Да, я в курсе. Там же фиксируется режим туда и отдыха водителя. Всего за короткий отрезок маршрута скрытый патруль зафиксировал 6 нарушений, которые совершил водитель. Не включение указателей поворота. Также нарушение правил остановки стоянки транспортного средства на проезжей части. И уже на конечной остановке данного маршрута было выявлено то, что у данного водителя отсутствует карта водителя в тахографе. Скрытое патрулирование дает возможность органам ГИБДД осуществлять более полный контроль за дорожным движением. Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие скрытого патруля бывает очень сложно.